Всем привет! Куда-то у меня кусочек пропал. Начинаю вот так. Утро наступило, Мирчик пойдет вот в таком красивом платье. Это в шоуруме каком-то покупал нам крестный. Аренина все отпаренная, готова. Одеваемся все, собираемся, бегаем. Здесь красотка. Все, 1 сентября. Я имею в виду 2. Такая красотка капризная с утра. Ой, какие у тебя туфельки. Комары нас покусали. Это я. Я в новом таком, как вязаном костюме от Zara, новая коллекция. Мне так он нравится. И Кельвин Кляйн у мамы отобрала. Кроссовочки. Ну, все не так, все не так. Видите, тут вискоза и нейлон материал. Вот так он смотрится. Скажи свои эмоции. Я волнуюсь. Не волнуйся, ты у меня умничка. Надеюсь, 5 получу. Сегодня вам не будут оценки ставить. Учиться тогда хорошо. Все, вышли. Понятно? Все. Ку-ку! Солнышко тебе мешает. Давай тебя сфотографируем. Ты довольна? Марина сегодня еще первая тренировка по акробатике. Они с Ренатом уехали. Я думала, уложу Миру. Она поспала у нас сегодня вообще с этими всеми событиями в машине. Около часа всего. Она ни в какую. Просто ни в какую. Не знаю, во сколько теперь уляжется время. 5. Небось, 8 уже спать захочет. Сносится вообще ни в одном глазу. Сейчас придут родители. Я вот так по-быстренькому нарезала арбузики. Запекаю чебапчичи, пиццу заказали. Вот. Моя подарила розы в горшке желтые, надо пересадить. Но для этого мне нужна Аня будет обязательно. Потому что я не дружу. Ну такие прям красивые. Аня неудобно будет. Дай, дай. Надо так, чтобы ребенок не испугался. Это не испугает. Нет, это вообще не испугает. Быстрее, по-моему, мы испугались. Ку-ку. Ку-ку, моя красавица. Вон мокрый и сразу. Она сломалась. Доброе утро. Вот настал второй учебный день. Все, режим, подъем в 7 утра, еле-еле эта козявка встает. Сегодня на своем вот этом платьице, сарафане новом. На улице с утра прохладно, еще вот такой кардиганчик мои докупили красивый. У нее сегодня уже 3 урока, азбука, труд и письмо, прописи. Вот. Целый вообще рюкзак собран, сменка. Мы ей купили вот такие розовенькие, у нее такие же синие были, но они и малы стали, а не было размера 30-го синеньких, но тоже красивые, удобные, и нога дышит. А что, хороших уроков? Да. Что все получилось? У нас Мира просто спит. Сменка. Иду забирать Арину, и потом на ногти, у меня уже все, кошмар какой-то. Смотрите, уже листочки облетают. Осень. Вот наша школа. Опять отрезала все ногти под корень. Сделала себе вот такой нежно-желтый. Называется «Ласковое лето». И такой розовый персиковый. И такой одуванчик. Приехали уже домой.
лежим с Ариной. Ренат пошел купать Миру. Сами слышите. Вот. Хотела тебя спросить, дочь, расскажи, пожалуйста, всем, как тебе в школе, свои первые эмоции. У тебя сегодня были первые уроки. Завтра, кстати, у нее уже информатика первая, физкультура и математика. А сегодня у тебя была не письма. Математика, а прописи. Да? А сегодня у тебя была азбука, прописи и... Нет, прописи у меня не было. А что у вас сегодня было? Азбука и... Труд. Нам да, труд сказали. И азбука, и все. Ну ладно, рассказывай. Мне в школе даже очень нравится. Ну, в первом классе всегда всем нравится, наверное. Нет, мне именно хочется твое мнение узнать, как тебе. Трудно пока или пока еще все интересно? Ну, мне пока все там интересно. Некоторые неинтересно, как, ну, сказать так, средне. То есть тебе не очень уже нравится? Ты же сама... А, сегодня она пришла, Ренат мне рассказывала, я уехала на ногти, рассказывала, они обедали, и она ему говорит, ой, что-то сказала, хочу в школу, по-моему, еще. Да, папа сказал, завтра пойдешь, я говорю, не, я сейчас хочу еще. Ну, можно сказать, нравится в школе. Посмотрим, да, после завтрашнего расскажешь, как тебе на физкультуре, да. На информатике, что там делали. А что мы будем делать на информатике? Не знаю, с компьютерами что-то. Вас будут учить что-то делать на компьютерах. Рисовать рисунки? Нет, на компьютерах. В общем, расскажешь мне завтра. Давай, пожелай всем. Спокойной ночи. А давай тоже ученикам, которые пошли, например, в первый класс, пожелай, что хочешь пожелать от себя. Я хочу им пожелать хорошо учиться и получить всем только одни пятерки с плюсом. Еще пятерки, еще плюсы, еще пятерки, еще плюс. У нее вот уже хорошо выросли два коренных передних. Все, всех целуем. Пока-пока! Пока-пока! Новый образ старины, бери ручки. Юбочку купили прямую. Смотрите, это я сама буду открывать карточку. Давай, пойдем скорее, мы опаздываем. Давай, беги.